на другом форуме не обошлось сегодня без переполоха. В Сколково произошло возгорание. Сейчас пока разбираются в техническом плане, что происходит. Просто, я так понимаю, потихонечку покидает зал, пока разбирается именно, что, откуда этот звук. Я сам подумал, что это аплодисменты для Екатерины, а может Нет, быть это не так. Не только так. Спасибо большое. Форум «Открытые инновации Сколково» продолжил работу после возгорания. Все закончилось хорошо. Однако ранее здание эвакуировали и участников, и гостей этого форума, среди которых оказался и Дмитрий Медведев. Как оказалось, дело было в коротком замыкании на втором этаже. Появился сильный запах гари, но проблему быстро решили. Форум продолжил работу.